Здравствуйте, мои хорошие! Снова с вами магазин Лючи Тру, серебряные украшения. Сегодня у нас совсем немного комплектов, но посмотрите, какие они красивые, такие яркие. Здесь у нас собраны комплекты, когда есть не только кольцо и серьги, а к ним есть либо браслетик, либо вот такое колье. Начну, наверное, с самых таких редких вещей. Да, это у нас натуральные ларимары от компании Silver. Цена у нас получается за браслет 26 700. Вот такие вот, прям зачаровываешься, да, на них смотреть. Ларимары с таким хорошим отливом, с хорошим узором, с хорошим прорисованными цветами. Браслетик у нас смотрится вот так. И застежка у него на обыкновенный карабин, есть удлинитель, да. И комплект. Я не могу сказать, что они прям вот, ну, в принципе, да, видите, как хорошо они подходят по форме. Они, конечно, не совсем, скажем так, дружны. 5900 цена кольца, 18,5 размер. С тыльной стороны мы также видим, сам не обработал ларимар, и 18,5. Знаете, туговато немножко. Я бы взяла его на 18 за счет того, что верхний вот этот вот ромб такой, да, посадочный, он немножко все-таки съедает размер. Сережки у нас с вами идут, видите, английский замок и швенза немножечко приподнята, да, то есть сережки надо, наверное, все-таки подумать, если у вас не очень плотная мочка уха. Вот видите, я не очень удачно, скажем так, их застегнула. Вот, все, щелчок пошел. Если у вас не очень плотная мочка уха, наверное, надо будет подумать, чтобы надеть сюда заглушку, потому что могут они завалиться, скажем так, не так, как у циркона, шикарно продуманные застежки, да. Но посмотрите, какая красота для тех, кто любит ларимары. Хорошо они, видите, видимо, от одного кусочка камня были сделаны. Но вот по огранке почему-то мастера разошлись вот в таком формате. Дальше мы смотрим с вами... Наш любимый комплект от завода Циркон, называется он у нас на сайте Козерта. Много раз мы получали во всех цветах и разновидностях. И в этот раз пришел шикарный вот такой нефрит, 19 размер кольца, на сайте артикул 1983. Посмотрите, какой необычный нефрит, с какими он вообще разводами, такими прорисованными картинами, да, от природы. И 19 размер, знаете, за счет того, что... Нет, 19. Буду мерить на 18,5. Нет у меня 19, но на 18,5 он у меня прям, видите, вращается. То есть надо реально брать на 19. Очень хороший такой лаконичный комплект. Есть в нем такой шикарный вообще стиль. Серьги длинные, да, замочек у них, посмотрите. Вот здесь как раз все история, когда все продумано, да. Хорошо занижен штифт, и ушко ваше попадет вот в этот вот, в боковой проем, да, и будет вот так вот между ушками, то есть сережки совершенно не будут заваливаться. Шикарно смотрится комплект, сама ношу такой с родонитом, бесконечное количество комплиментов получаю, но вот нефрит здесь тоже, конечно, хорош. И за счет такой спокойной гаммы можно отнести его к базовому все-таки украшению, да. И в комплекте у нас сразу, прям всегда говорю, что когда приходят такие камни, мне хочется все 5 их показать вместе здесь. Ой, не 5, а 4, да, получается, камня. Конечно, хочется, чтобы он уехал в руки к одной хозяйке. Жалко вот разбивать такие вещи, потому что, ну, рисунок камня, ну, как не получается, очень большой, да. Рисунок камня всегда индивидуальный, да, вот видите, и подобрать потом к нему, ну, достаточно сложно, если вы любите камни. Конечно, если подобрать какие-то гладкие изделия, да, например, там, Конго и Тринити взять, ну, шикарный вариант, я про колье говорю. А вот колье к этому уже прям будет сложно, опять же, либо брать бескаменку. И еще один комплект от компании Silver. Изделия у нас все продаются по отдельности, да. Вот такой вот синтетический коралл прессованный, да, как он называется, да, коралл красный прессованный. Интересная тоже работа, знаете, коралл хоть и прессованный, но такой вот все равно с рисунком сделан, причем рисунок везде не повторяется, достаточно интересно выполнен. С тыльной стороны колечко у нас посажено на обычный овал, эти изделия все у нас родированные, и размер колечка получается 17, небольшое совсем, ну, вот, кстати, на 17,5 мне хорошо село. К нему у нас есть два варианта серег, да, тоже вот ничего лишнего, прям завальцованы, только красота камня и вальцовка. Здесь замочек у нас, видите, немножко тыльная сторона швензы все-таки приподнята, а сережка у нас посажена посередине, сама тяжесть, да, сережки, поэтому не будут они заваливаться. И есть два варианта, когда у нас вот такие вот не крупные сережки, но крупный перстень, да, вес 8,6 грамм, и
по размеру сережек браслетик, да? И есть второй вариант, я сейчас покажу большие, а потом мы с вами поближе браслет посмотрим. В принципе, они выполнены точно так же. Застежка здесь, видите, еще больше, под тыльная сторона швенца приподнята, чтобы вес как бы немного нивелировался. Эти серьги четко идут по размеру кольца. Мне тоже кажется, хороший такой акцентный гарнитур, да, как бы и в первый мир, и в добрые люди. И про браслет я вам хотела показать. Он состоит из вот таких одинаковых звеньев, подвижные у них соединения. С тыльной стороны частично камень закрыт. Очень хорошо такие браслеты всегда садятся на руку, так как они мягкие, подвижные, да. И застежка у него здесь идет карабин обыкновенный. Есть удлинитель там 5-6 где-то сантиметров, на сайте у нас написано. Так вот этот браслет идеально подходит к вот этой сережке. То есть здесь есть возможность вариатива какого-то при покупке, да. Например, не любите вы очень крупные серьги, можно взять маленькие. Или опять же взять вот эти две вещи, к ним, например, кольцо какое-то без каменка, гладкое тринити, будет великолепный гарнитур. Так что заходите, заряжайтесь положительной энергией, получайте удовольствие от просмотра наших видео. И, конечно, мы ждем вас в нашем магазине. Всего самого-самого хорошего. До свидания.